Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Продолжается наша жизнь на съемном жилье. И сейчас я могу точно сказать, что такое разница, когда свое жилье, а когда арендное жилье. Раньше я это не ощущала, я не знала, что это такое жить на съемной квартире. Но сейчас, по прошествии 3 недель проживания на арендной квартире, я теперь стала понимать, что такое свое жилье, что такое съемное жилье. О нашей жизненной ситуации я рассказывала в предыдущем видео, ссылку я оставлю здесь вверху. Переходите по ссылке и посмотрите, почему мы оказались в такой жизненной ситуации, что у нас происходит. Соседи мои, к слову сказать, ведут себя со вчерашнего вечера достаточно шумно, у них там гуляночка. Они отдыхают, у них выходные, но как-то, знаете, не так часто они гуляют, как я испугалась вначале, поэтому более-менее терпимо. Как вы видите, мы переставили вот эту стенку в этот угол, и сейчас она стоит с телевизором. Сделали небольшую перестановку, и я начала уже небольшой ремонт на кухне. Это я вам потом покажу. Хочу вам предложить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, это помогает продвижению видео, чтобы его увидело больше людей на YouTube. Поэтому, если вам не трудно, нажмите на пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и оставайтесь вместе со мной. Вспомнила первую ночевку в этой квартире и первое утро в этой квартире, когда я проснулась очень рано. Мы, во-первых, толком и не спали в ту ночь, потому что соседи сверху гуляли, и спать было просто невозможно. Это как неваляшки, встали, легли. И я помню это утро, когда я проснулась, и мне хотелось просто отсюда бежать. Это было дикое чувство. Мне хотелось бежать отсюда. Я помню, что я собралась. Время было, наверное, в 7 утра.
дочь спала, и я пошла бродить по улицам. Я помню, еще тогда выпал первый снег, и я ходила, бродила по улицам, пока не открылся супермаркет. Потом я сходила в супермаркет. И я помню это чувство, я не хотела возвращаться сюда. Мне было очень тяжело. И очень трудно дался мне этот переезд. Прощание с той квартирой далось трудно. И окунуться вот в этот вот мрак, вот с этими соседями, в эту атмосферу убитой квартиры, с соседями-алкоголиками. И это было очень тяжело, но спустя там несколько дней, наверное, спустя неделю, когда я стала ездить по другим домам и смотреть варианты квартир, то, знаете, контраст, конечно, очень сильный. И то мнение, которое у меня складывалось, оно кардинально поменялось. И поменялось мнение вообще о пятиэтажках, о квартирах, поменялось мнение, мировоззрение о собственном жилье, что же я хочу. У меня поменялось вообще все, и я начала понимать, что я не хочу квартиру. Я не хочу квартиру, потому что с тем взлетом цен, который сейчас произошел, настолько они подорожали квартиры, что сейчас с тем первоначальным взносом, что у меня есть, и брать новую квартиру двухкомнатную в ипотеку, там платеж на 30 лет будет что-то по 18-19 тысяч, только вдумайтесь, это цифра 30 лет, и я поняла, что я этой каторги больше не хочу, и все поменялось мое мнение на всю ситуацию, на жилье поменялось мнение, и я уже начала понимать, что мне хочется совсем другого.